Так, сегодня мы разбираем пульт Mi Box 4. Ну и, кстати, Mi Box S тоже. Первое, что нужно сделать, открутить 4 болта. Вот они. Открутили. Отверточка самая маленькая. Ну, можно вот такую. Вот, кстати, набор 100 рублей стоит на Али. Он всегда нужен. В нем есть медиатор, который, кстати, уже за несколько лет пора бы заменить. Он прочный, хороший. Первое, что сделали, открутили 4 болта, вот эта рамочка начинает шататься. Потом вот важно посмотреть, где вот эти, ну, посмотреть только сейчас. То есть вот таким движением этот загнулся уже ровным. Старайтесь вот так вот оттопырить, чтобы вот там зубчик, который попадает сюда, был вытащен. После этого снимаем. Он делится вот на такие части. Значит, здесь, видимо, какой-то. Не знаю, что. Так. А все произошло, что, видимо, у нас вот такой вот чехол. То есть он, в общем-то, ничем не закрывает, просто, ну, приятный на ощупь, софт-тач такой. Хотя это силикон, да. Вот эта кнопочка стала, ну, скажем так, немножко как зависать, что ли. Я подумал, что здесь или сок, или что дочь разлила. Поэтому решил почистить. То есть вот таким образом сняли. Потом... Я не скажу, что она грязная, но вот можно протереть спиртом. Кого интересует, что здесь расположено. Ладно, это протрем спиртом. Так. В общем-то, здесь все чистенько. А, кстати, у Mi Box, я уже видел, здесь немножко больше запчастей они, то есть немножко больше распространяют. Вот так вот резиночка одна целая. Не сказать, что что-то сильно грязное. Ну да, запылилось немножко. Обратите внимание, везде есть усики, пазики. То есть по-другому вы, ну, наверное, не вставите. Сейчас можно попробовать на 180 градусов. Нет, вот этот паз не даст. То есть по-другому вы просто не поставите. Оп. И мешает. Не нравится. Ну и центральная кнопка тоже. Вы видите, да, у нее есть пазик. Она ставится тоже только так. Ну, я говорю, при сборке вы не сможете ошибиться. Поставите именно так, как... Ну, что-то не встаёт. А, сначала низ. Да, сначала туда вставить, а потом туда. Вот. С этим разобрались. Теперь смотрим саму кнопочку. А кнопочка, как вы видите, цельная. То есть тоже по-другому не вставить. И особо грязи не видать. Не знаю. В общем-то. Ну, хорошо, что ничего не сломалось. То есть аккуратно собирал, аккуратно. Еще раз повторяю, медиатором двигал. То есть пульт, оп. И что тут?
последнюю кнопку. Так, смотрим. По-другому не вставишь, потому что есть шипик и отверстие. То есть вот так вставить. Все протрем. И потом сделаем. Ну, вообще грязи, в общем-то, нет. Я думал, будет гораздо грязнее. То есть понятно, что немножко попало грязь, но не так много. Другие я не люблю, мешки, которые одевают. Мне они не нравятся. То есть вот силикон вполне достаточно. Ну и давайте посмотрим сразу этот пульт, чтобы видеть разницу. То есть вы видели, да, 4 болта. 1, 2, 3, 4. Здесь же мы видим всего 2 болта. То есть снимаем 2 болта и опять вот таким движением подсовываем, двигаем. Ну, идет туго, не торопитесь, очень аккуратно и вот таким движением. Либо сюда, пробуйте в разные стороны. Разбираете, и получается, этот пульт помладше, то есть ему, если этому несколько лет, то этому, не помню, там, года полтора, не помню сколько. Здесь все работает. Так, чтобы не включал он приставку. Все, потом соберу, покажу, как это будет выглядеть. То есть насколько качественно будет смотреться. Можете посмотреть, вот так это все выглядит. Ну, все равно видно, конечно, что вы уже разбирали, как бы аккуратно это ни делали. Где наш чехол? Все, с этим то же самое, то есть 2 болта вместо 4, и потом вот такими движениями. Все, ставьте лайки, не забывайте подписываться. Всем пока.